Дети из соседних дворов вместе со взрослыми ремонтируют многофункциональную площадку, подметают, обновляют разметку на поле, красят футбольные ворота, забор. Такой совместный труд впервые применяют на этой площадке. Непосредственно на эту площадку решили восстановить первой, потому что здесь работает наш спортинструктор по оказанию услуг населению, спортивных услуг, организация спортивных мероприятий, спортивно-массовых мероприятий на данной площадке. А всего 2 месяца назад площадка считалась травмоопасной. Из-за дырок в заборе мяч вылетал на дорогу. Играть в футбол без сетки на воротах детям неинтересно. Благоустроенная площадка необходима для досуга ребят. Здесь проводят занятия с детьми волонтеры из молодежного центра 21 век. Специалисты центра тоже помогают в ремонте. Чтобы детям было весело играть на новой площадке. Сами тут проводим турниры между работниками 21 века. Ребята сами ремонтируют спортивную площадку, на которой проводят все свободное время. Работают на совесть, стараются для себя и для своих друзей. Площадке очень много лет, и она уже краска все стерлась, сетки порвались. И поэтому хотим, чтобы площадка была аккуратная, хорошая. Я хожу сюда играть в футбол, волейбол, баскетбол. Ну, летом появился у нас прекрасный учитель, который судирует нас. Он устраивает много мероприятий, соревнований. И нам весело. На площадке дети играют в подвижные игры. Волейбол, футбол, пионербол, бегают, прыгают. Здесь проводят шахматно-шашечные турниры, двоеборье, веселые старты. Безопасность юных спортсменов превыше всего. Этим летом на площадках работают инструкторы, которые помогают детям осваивать новые игры, выдают инвентарь. И, конечно, они главные судьи всех игр. Наша основная задача – начать как можно больше привлекать сюда все слои населения. Не только детей, но и средний возраст, и даже взрослых. Иногда даже семьи приходят сюда с детьми, с маленькими. После того, как мы вот эту площадку сейчас приводим в порядок, заметно с каждым днем становится приход все больше и больше детей. Не только наших местных, но и приезжих отдыхающих. Занятия спортом проходят намного приятнее и безопаснее на благоустроенной площадке. Опыт совместной работы детей и взрослых продуктивный. В скором времени такие ремонтные акции пройдут на всех многофункциональных площадках города и сельских округов.